региональный центр правовой информации Витебской области и управление ГАИ УВД Витебского облсполкома провели совместную акцию для водителей. На площади Свободы в Витебске участникам акции устроили импровизированный экзамен. Водителям задавали вопросы по правилам дорожного движения, на которые они давали ответы. После проверки знаний автолюбителям за правильные ответы были вручены правила дорожного движения и подарки от регионального центра правовой информации Витебской области. Акция, направленная на профилактику правонарушений, проходит с целью напоминания автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Как сообщила порталу «Витбичебай» специалист Центра правовой информации Юлия Дзерко, центру в этом году исполняется 20 лет, поэтому сотрудники решили ознаменовать эту дату 20 добрыми делами. В ближайшем будущем сотрудники центра планируют выйти на посадку деревьев. Сегодня региональный центр правовой информации в рамках акции «Внимание, дети!» дарит водителям города Витебска правила дорожного движения. Поэтому не забывайте, соблюдайте. Спасибо. И еще нашу сувенирную продукцию возьмите. Спасибо.